Вот мы с Игнатьевичем приехали на Рыжковский пруд. Вот здесь вот бульдозер убрал глину, чтобы поднять повыше дамбу. Сегодня у нас 3 сентября 2017 года. Вороны летят. Чтобы драгвань достали, в первую очередь, нужно бы я его послал. Потом мы здесь, смотри, сколько он на груди вещи. Вообще замечательно. Выше. И уже проросло. Никого не было, потому что. Я вижу, тут были хатки бобровые. Кто их куда дел? То ли уплыли, то ли еще. Ну да, нету почему-то. Нету? Вон, кто-то там. Я вот сегодня утки. 3 сентября 17 года, воскресенье, специально проверить, потому что первый открывает на охоту, и тут охотники бывают. Маленько. Да, это высота-то какая. Что там? Так, просто ямка или... Что-то там есть. А может, ничего нету. Там движется вода-то это. Если это у него здесь есть нора, надо проверить. Это надо в воду лезть и в воде палкой везде перекать, находить нору. Бобры просто нам попортили. И потянул, и все. Видишь, какая глубина. Ну, сейчас земля есть. О. Где мы это делали? А вот он. Ого-го-го. Твою не выбивали. Здесь самый большой прорыв был. Вот он они. Где мы идем, тут яма была. Я на той стороне был, там нашел большие, как под домом, ямы. Видать, у хозяев погреба были. Пришли, раскулачили, как они вспоминали погреба свои, дома. Кто-то поселился. Наконец все бросили. Вот я натолкал эти. Они приросли. Ну и все, конечно. Ты не видел, как он придвинул, он даже повалил его землей. Немножко наклонил, старался. Но у нас земли-то не было носить, а сейчас земли вот тут много. Вон утки какие. Угу. Вон. Я в прошлый раз, ну тут сходить можно и не сходить. Вот где стук будет, я его прошел весь, вырвал. Там были кусты, все это вырезал ножом. Топора не было, пока он там заближает, все, выбрал. На осень там доска лежит внутри. Ее может унести, надо будет поднять потом. Может сейчас это сделать? Поднять? Да, оттуда. Если зимой не поднимут, весной не найдут. Ну-ка иди. А куда ее? А вытащи ее на берег. Я спрятал от охотников. Она там лежит, доска. Прямо вдоль борта с этой стороны положить. Сюда, да? Да. Сколько там досок? Одна? Ну пошли сюда. Там потому что вторая стоит. Ну, намного выше нагрудил он земли. Так что, если еще-то прорва будет, можно будет закрыть. Тины-то много оказалось. Да. Ну, видишь, движения никакого нет. Вот так. Мы тут и по кустам прошлись. Весной обязательно тут порезать.
вот эти кусты, они более всего сухие тут. Их видно будет. И везде насадить, натолкать. Вот я их натолкал. А ты посмотри, сколько это. Это птица. Насадились тут, видать, утки или чайки. Оправлялись. Это птичий помет. А иногда идешь прямо, вот оно видно, все здесь. Видно, прямо пуща лежит. Это барсуки. Вот он где. Виктор Михайлович Арсений. Бульдогерис. Как ему было непросто. Чуть в сторону он ее рухнул. И он ее двигал и двигал. Видишь как? Теперь надо все-таки будет пройти, одеться хорошо на какие-нибудь сапоги, чтобы ногу не напороть ни на что. И палкой тыкать, найти, где гнездо у него. Вот. Там дальше, это уже, не знаю, а вот тут они бывают вредят, а там пускай они. Отучить их от пруда. О. Почему именно здесь обрушилось? В другом месте нет, а здесь обрушилось. Вот это тоже может быть говорит о присутствии бобров. Ну а здесь тоже непонятно. Охотников нет, тогда они были охотники здесь. Так ушли, пластами обложили, все потушили. На, где вот бульдозер снимал грунт. Сухой травы нету, они все сделали культурно. Хорошие охотники. Ничего не попортили, ничего нету. Видно, совестливые люди. А что им портить-то? Здесь еще когда люди будут, не будут жить, а охотничьи угодья уже открыты. Вон так он разлазил. Он даже разлазить не смог. Вот здесь вот гусеница у него свалилась. Только поставили, он пошел. Я говорю, ничего не надо, только чтобы ты до дома доехал. Все на этом, работа окончена. Ну вот, Господь благословил. Потом еще мы эту гору глиняную снесли. Там, где нужно было что убрать, убрал. Еще здорово потрудился он. Он какой берег снес. Это же все возвышение было. Техника, ну, для наших мест вполне достаточно. Ну все, под этой дверью мы обедали. Тут вот уголовный розыск приезжал, побеседовали. Все на этом. Пошли, слава Богу. Благослови это место, Господи. Сохрани от недобрых людей, приходящих благослови. И мысли направь к горнему. И потомков тех, кто здесь жил, Рыжкова, найди, обрати. И пострадавших упокой в обителях небесных. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Все, поехали. О, взлетели. О. Это рябчики. Это рябчики. Вон они полетели на пазду. На это. Вон, видать их. О, сколько. Оно небольшой выводок. А может, выводка 2. Рябчики. Куропаток было тогда. Ой-ой-ой, куда бы не поехал куропатки. Сейчас ни одной нету. Все. Не умею беречь, просто нет. Слава Христу.